Здравствуйте, друзья Садового экспресса. Мы у хостария моего и хочу показать вам цветы двух знаменитых хост Фортуна. Первая хоста — это Патриот. Она у меня сейчас цветет начало августа. Вот на таких жестких, толстых цветоносах высотой 60 сантиметров эти цветоносы лавандовые, нежно-лавандовые, цветы колокольчики. Вот такой цвет. Можете посмотреть, как выглядит хоста Патриот во время цветения. И рядышком хотела бы показать вам ее подругу и очень знаменитую хосту. Называется она Франсе. Франсе. И она тоже сейчас цветет. Цветы практически аналогичные на обезлиственном зеленом цветоносе, лавандовые колокольчики, кистевидные. Вот так они выглядят, эти две хосты. Ну и параллельно хочу показать вам, раз уж здесь показываю вам цветение хост, хочу показать голубую хосту Халцион среднего размера. Это хоста. Она здесь у меня четвертый год. Вот такой пышненький кустик. И она тоже начинает разворачивать свои лавандовые цветы. Ну, хочу вам сказать, что хосты ценятся не за цветы. Цветы у них аналогичны практически у всех хост. Это разлет цветовой гаммы от белой, лавандовой до темно-фиолетовой. Есть еще желтые цветы. И, в общем-то, и они практически все похожи, колокольчики, с небольшими такими нюансами по размеру. Чем больше сама хоста, тем больше размер колокольчиков. Вот хоста Патриот, она все-таки ларч, ближе, когда взрослый будет, к ларч, большим хостам. И куст будет до 60 сантиметров дорастать. И колокольчики у нее большие. А вот хоста Халцион, она средний, медиум. Ее высота будет 45-50 сантиметров. И поэтому цветонос поменьше, и колокольчики будут поменьше. Но сегодня мы говорим о Патриоте с ее лавандовыми цветами и о Франси тоже с ее лавандовыми цветами. Спасибо.